Подожди. Расслабь. Вот тебе Масарова. Сене Расарбуша. Эй, ты хавай гневи. Я гневи, ну, ты хавай. Любовь, конечно. Самое главное – любовь. Здесь. Самое главное – любовь. Вот это. Любовь. Вообще да, любовь. А снимать уже не могу. Забыл. Ну, объясни мне, забыл. Не получится, потом по-другому сделаю. Потом я брошу к чертовой пацаны. Привет. Привет, да. Кто-то говорит 5, я говорю 5, это как 4 так и одна в центре. Ты мой брат. Моя жизнь это моя семья, да? Моя жизнь моя семья. У меня вот тут написано счастье в твоих руках. Вот. Давай. Вот и в руках. Вот так. Вот такая... Я люблю тебя, Руслан. Вот такая Грузия. Приезжайте сюда. Вот такая Грузия, конечно. Вот это Руслан, это Левани. Да, газ, Олег. Не, вот это. Вот это газ. Газ, два, три. Вот и Гио. Да, уже не надо. Да, хрена, хрена. А это тоже ваше все вот это? Вот это участок, который... Вот видишь, это... Вижу, да. Это 2 гектара, это мое. Круто. Лишнее. Ой, тут очень красиво вообще. Просто вообще супер. Здесь. Так с утра встаешь и пейзаж такой. Я когда в банке работал, у девчонок, которые приходили устраиваться на работу, спрашиваю, сколько сосков у коровы. И как отвечают, ты смотришь. Кто-то говорит 6, кто-то говорит 5. Я говорю, 5 это как 4 так и одна в центре. Вчера пили вино. Вот это забрали. Просто заехали к соседу, забрали вино. Что-то отпили. Половину. А этот хачапури. Вот это сыр, я так понимаю, да? Да. Первый битья виноват. А, мы сами вар. Мы сами, да. Лена, Лали, да Леван и мы вар. Как картошку сейчас съест. Эх, че дам пару пиздец. Запнул. Такое ощущение, что представьте себе вот 20-метровые гвозди и молоток размером с машину. И когда эти гвозди входят в землю, ты понимаешь, что корни твои появляются. Я вообще ничего не знал ни по матери, как бы линии ничего про своих предков, ни по отца. Но вчера Гоги рассказал историю одного поколения, рассказал, что расскажет историю 5 поколений.
строй, говорит, вот тут прям дом. Прямо тут вот дом. А этот дом, в принципе, совпадает с тем, что я написал мой идеальный день через 3 года. Именно в горах. Если его тут построить, это будет очень круто. Есть то, конечно, из вчерашнего разговора, чего я не могу рассказать на камеру. Много вчера вспоминали, тоже я не стал снимать уже. Тех, кого нет, очень большой список, большое получилось видео. Много слез вчера было. У отца, у Боки. У меня много слез было. История. Пешком 15 километров из Кончевети, да? Не, Ахмаджи. Из Ахмаджи? Ну. По горам, по лесам? Ну. А во сколько вышли? Ну, почти 15 километров. Нет, вы во сколько вышли сегодня? Ну, вот, время сколько? Как во сколько? Вот недавно звонили. Когда звонили, короче, я сразу. А он не бил, он спал. Я спал, да. Да где-то час назад, наверное. Полтора. Ну, полтора часа. За полтора часа? На эту горке, знаешь, то так, либо то так. Ну, короче, вот далеко вообще. А на ногах что? А, в шлепках? В шлепках? 15 километров по горам? Я что-то не понимаю в этой жизни. Да, не сильно научишься. Так, да, сильно знаешь, как интересно? А вот виноград, кстати, прикольно. Да и еще. Это Швилия. Готовый клиент. И двигается. Девушка бы. Да. А я когда? Ара, чтобы это все видно было. Да все видно будет. Я везде пройду, да. Отсюда это чтобы видно было, понимаешь? Аргаму ошелся. Аргаму. Ну знаю, люблю тебя, дорогой брат. Съехали и пробили картер. Я за рулем был. Да, защиты нет никакой. Короче, выяснили, что до этого дыра была. А вас окажи, брат. Гамо кабулия. Крышку надо новую ставить. Я понял, сначала за Бога, потом за тех, кто рядом, и потом кто в царстве. Правильно ты говоришь. Давай, ребят. Вот муравьиная тропа.
Смотрите, что делаем. Сок винограда, да? Теперь что-то появилось на их пути. То, что они не могут преодолеть. Смотрите, что они сделали. Они просто пошли назад. Вот перед ним химическая преграда. Вино. Ну, виноград. Никто не знает, что делать. И с той стороны тоже идут. Непреодолимая преграда. Вот так же и мы с вами в жизни, когда встречаемся с препятствиями. Смотрите, что мы делаем. Часть просто подошла и отвернулась, и пошла назад. Сообщает всем, что плохо, что там плохо. А часть, смотрите, что делает. Ну, кто-нибудь должен появиться. Этих людей очень мало. Часть людей должны себя вести иначе, как говорил Джобс. Оставаться голодными, оставаться Колумбами. Оставаться людьми, которые способны на ошибки. И такие есть. Кто не будет, то будет. Но это будет один, которому достанется все, который докажет, что дойти в Америку, в Индию, дойти в Америку можно не только через Индию, а напрямую. Я просто жду этого парня. Вот они, люди, которые говорят, что ничего нереально. Туда пройти нереально. 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 Но один пошел, смотрите, сверху. Он пошел изучать, он никому не доверился. Пошел сверху. Давай, 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 давай. И с той стороны тоже пошел сверху. Этот не дошел, 97% дошел всего. Но пошел сверху. Один пошел сверху, смотрите. Будет ли это ошибка или будет ли это прорывом? Это мутация. Мутация, которая произойдет прорыв. Давай. Вот он. Один. Толпа внизу, а он один. Он прошел. Он прошел. Сейчас задача его сообщить другим, что это реально. Но они его не поймут. Потому что это безумие. Вот один прошел, идет прямо через химию, но не может. И вот тот человек, который прорвался. Вот он ползет один. Он одинок. Он стал миллиардером. Он спас что-то. Он ползет один. Потому что никому его не понять. Люди по-прежнему суетятся здесь, по-прежнему говорят, что это нереально. Вот один пошел по химии, второй Колумб, но не смог. А вот этот прорвался. Вот такой выпуск, господа. В Грузии, в стране, где каждый находит то, что он ищет. Удивительно, что мне написано на этом телефоне, что счастье в твоих руках. Потому что моя фамилия переводится как «рука». А канал наш о бизнесе и счастье. Местные говорят, что счастье — это когда ребенок кричит, петух кукарекает, а собака лает. Вот это счастье. Пожалуй, из всех примеров, что такое счастье в жизни, для меня это самый близкий. Когда просто вокруг тебя происходит то, что ты хочешь. А ты перманентно наблюдаешь это. И ты просто есть. Ты просто быть. Просто быть, а не казаться. Быть в моменте. Прошлого нет и будущего тоже. Быть прямо сейчас, когда собака лает, а ребенок плачет. Вот это круто. И как только один прошел, проходят все остальные. Прямо напрямую. Появились новые Колумбы, которым сделать это проще. Постепенно кислота от винограда высыхает, и люди проходят напрямую. То, что раньше казалось невозможным, сейчас реально. А вот так и мы все состоим из ошибок. Тот, кто ошибается, тот прав. Но школа нас учит, что тот, кто ошибается, тот не прав.